Газовую плиту и котел, трубные и разводные ключи, фум-ленты, газоанализатор, бытовую систему автономного контроля загазованности и сертификаты на получение комплектов учебного оборудования Щелковскому колледжу передал Мособлгаз. Оно будет использоваться для предподготовки по компетенции монтаж и эксплуатация газового оборудования. Всего сертификаты и оборудование Мособлгаз в обучающие классы получили 6 колледжей Подмосковья. Программа реализуется на основе проекта «Профессионалитет» в рамках создания кластера топливно-энергетического комплекса. Обучение в кластерах призвано сделать образование более практикоориентированным. Набор групп по данному направлению запланирован на январь 2024 года. Главное определяющее в подготовке, ну, для студента, для ребенка, который к нам приходит, он должен прийти и прожить, потом жить с этой профессией. Вот этот проект нам поможет дать возможным ребятам ощутить себя в профессии до того, как он подал заявление в колледж. Миссия проекта «Профессионалитет» – обеспечение экономики страны кадрами, которые будут работать с запросами экономики и рынка труда. Ежегодно 150 учащихся колледжей проходят курс по программе «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения». Будущие специалисты газового хозяйства обучаются таким дисциплинам, как газовые сети, монтаж систем газоснабжения, эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, газовые котельные установки. Содержание основной профессиональной образовательной программы, которая реализуется в колледжах, по сути, оно основано на требованиях наших мособлгазовских к работников, которых мы хотим видеть. Студенты колледжей проходят практику и учебную, и производственную, естественно, а потом приходят к нам сперва стажерами, но очень быстро проходят вот эту процедуру стажировки и получают допуски, работают. Предприятия, потенциальные работодатели, включаются в обучение наравне с училищами, на определенных этапах тестируют и экзаминируют своих подопечных. С успешными студентами заключаются целевые договора, гарантирующие для выпускника рабочее место на предприятии. Евгения Корытько, Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.